А вас не смутило, что оно 11.03 срок годности у меня закончился? Не, я сейчас отойду, вы не беспокойтесь. Давайте, это пятая покупка уже в вашем магазине просроченного детского питания на 1.5 месяца. Давайте мне директора. Добрый день. Добрый день. Вы кто у нас? Директор магазина. Великолепно. Посмотрите, как так у вас продают сотрудники. Сто с лишним рублей вот это стоит. Вы приобрели ее? Конечно. Мы сейчас вам обменяем. А вон то. Сейчас, секунду, подождите, я сейчас к вам подойду, скажу. Да, давайте. Внимание персонала, всем кассирам занять рабочие места. Пойдем.